Ладно, давайте не будем сильно задерживаться, пойдемте играть. Очень хочется уже. Ладно, мне вообще не хочется играть, конечно, но что делать? Выбора у меня нет, я так понимаю, мне придется пройти эту игру. Более того, мне походу придется DLC проходить. Я так понимаю. О, бля! Лезь быстрее давай! Ёб твою, господи! Ёб твою! Господи! Сучка маленькая, Эван! Эван! Эван, мой мальчик! А, заложить бомбу сюда надо, да? Андрей, привет. Сказать. Я считаю, что я немножко идиот, да. Что за херня? Все. Я тоже кушать хочу очень сильно. Реально, очень хочу кушать. Я съела два... Кстати, Артур, если ты смотришь стрим, я съела два куска пиццы, которые остались, которые Гузелька готовила. Там есть хлеб, сыр, колбаса. Можешь сделать себе бутерброд, пока я стрим не закончу. Просто отлично. Точно, я ДЦП. Да? Я думала, это... Все плохо, я не пройду. У меня осталась одна хилка. Слепой восторг. Что? Монетка? Ладно, хорошо, монетка, окей. Какого хер? Что произошло? Я нажала перезарядку, и оно подрывается. Что за... Бля, это просто... Это гениально, реально. Кто делал игру? Чёртов сраный, мать его, гений. Я знаю, у меня привычка есть ужасно перезаряжаться каждый раз.
Сраный Лукас, что, блин, патрон тратить ради тебя? Да ни за что. О, я такой, блядь. Привет, мой маленький! Привет, давай, мой маленький, догадывается, маму. Пойди сюда, кстати. Ты сюда. Ты погулял? Ты погулял? Погулял с Артуром? Ой, он сейчас выпрыгнет, он так радуется. У тебя попа чистая? Или ты меня в какахах там всю измазал? Ой, иди давай. Иди. Иди кушать там все дела, короче. По-моему, у тебя попа была грязная, и ты ее об меня вытер. Спасибо, блин, большое. Слишком мило, да. Эван, иди, я тебе дверь открою. По-моему, я в какашках. Он какал? А ты попу не... Помыл попу, да? Застряла в попе? По-моему, она на мне сейчас. Хорошо. Наверное, вытер. А, фу! В общем, извините за... Извините, собачий песок на стриме, да. Да. Ладно, извините за это. Это вообще не должно было произойти. Но он просто, он так, он прям так вот прям прибежал, такой му-му-му, и я не смогла удержаться. Приятного аппетита всем, да, кстати. Может, давайте ложкой расхреначим? Не, не ешь! Фу, чувак, я не хотела есть! Господи. Надо вот, надо ложкой расковырять. Я это хотела сделать... Ой, дебил. Короче, ладно, с первого раза все прошли, да, наверное, кроме меня, я понимаю. О, господи, Эва, мне и так стрёмно. Ждать Маргариту. Ждать Маргариту, да, ждём. Бля, я часы не... Закрыла! Или закрыла? Закрыла! Закрыла! Да? Да я закрыла! Вы чё пугаете меня? Господи, чат! Я закрыла часы! Я кушал. Было очень вкусно. Очень вкусно. Come on now. Eat up. I made that just for you. Даже моя мама так не готовит вкусно, как вы. I'll be back real soon. Хорошо, удачи. Не споткнитесь на лестнице. Пожалуйста, да. Вы нам очень дороги. Пока. Эван, нам страшно здесь, ты понимаешь, всем? Да, блин, Эван, давай ты еще сейчас начни. Зои! А! Да блин! Ну, тут несколько концовок, и если честно, я не из тех людей, которые сидят и дротят, короче. Да, давайте на YouTube посмотрим. Не, ну слушай, а серьезно, а что там у нас тогда? Что у нас тогда в том ящике, который там тоже закрыт, помните? А, Артур не это, знает, походу, там бутылка, а я знаю, а ты не знаешь. Так, берем деталь. Деталь нам сейчас очень сильно нужна. Как можно не знать, что лежит в этом ящике? Господи, Артур, это же очевидно. Там дальше. Бутылка битая, боже. Так, вставляем. Теперь мы знаем пароль. У Артура все так быстро получается.
Всякое. А вообще, ну понятно, что он где-то там начитался, вот это вот. Типа, сам-то не мог додуматься. Это нечестно, Артур, ты где-то этого все прочитал, блин, сам ты до этого не додумался. Это мне сейчас через зал, ну, можно будет выйти в вагончик, как раз таки получается. Ой, да ладно, блин, это так вообще не очевидно. И погнали. Спасибо, Артур, некий Black Silver, вообще не знаю, кто это такой, никакого отношения к нему не имею. Как он хорош, надо подписаться. Да, Black of Twitch, подпишись. Короче, что я скажу про игру? Она прикольная, но абсолютно я не почувствовала ничего, никакой вот, знаете, атмосферы, ничего похожего на Resident Evil вообще я не увидела, честно. Я просто высказываю свое мнение. Еще. Игра прекрасная. Она мне очень понравилась, реально клевая. Конечно, часть на корабле была не очень интересной, потому что вот первая часть игры, там прям хоррор, хоррор такой, а потом реально какой-то Call of Duty. Всем пока, всех люблю, всем до скорого. Выключается вебка на минус. Работает все-таки это у меня.